Здравствуй, дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку про одного дядю и его приключения. Этот дядя жил в одном городе, в одном районе, со своей любимой тетей. Тетя часто пилила дядю, за дело и не за дело. И вот однажды она его пилила, пилила. Он не выдержал, плюнул и поехал на своей машине кататься по ночному городу. Во время этой прогулки он увидел на дороге другую стройную тетю, которая голосовала проезжающим машинам. Дядя затормозил. «Подвезешь?» – низким голосом спросила тетя. «Подвезу!» – готовностью ответил дядя. Они поехали. «А куда, собственно?» – хотел спросить дядя, повернулся и увидел, что ручки и губки у тети крови. А тетя посмотрела на дядю желтыми глазками, улыбнулась и сказала: «Да, кровь пила!» Дядя с перепугу нажал не ту педалю и врезался не в то дерево. Так вот, дружок, помни, что всегда надо мыть ручки и губки после еды.